От новостей сразу после нашего выпуска. Мастерское управление «Сенеж» сегодня подводит итоги 6-го выпуска образовательной программы наставничества президентской платформы «России. Страна возможностей». В рамках проекта победители и финалисты конкурса «Лидеры России» выступили наставниками для лауреатов студенческих и школьных соревнований. Они помогали своим подопечным в развитии профессиональных и личностных навыков, учили ставить перед собой цели и двигаться к их достижению. Программа способствует возрождению некогда утерянной традиции наставничества в нашей стране. Популярность ее растет, и в этом потоке участие приняли свыше 600 человек. Самая большая ценность – это возможность получить новый опыт не только для наставляемых, но и для наставников. Всегда все наставники говорят, что участие в таком проекте – это польза и для них. Им тоже есть чему поучиться у молодежи. Ну и, как я уже сказал, еще раз повторю слова благодарности за то, что вы сделали много добрых дел. В Челябинске промышленный альпинист спас от гибели шестерых только что.